Я ищу необыкновенную команду себе. Хочу немножко разрушить стереотипы, да, и стереть границы. Поэтому мне, как актеру, очень интересно в шоу, ну и, конечно же, в тех участников, которых я выберу, принести это нутро. Потому что голос, он, это лишь инструмент. А просто голос мне не интересен. Я очень избирательно буду относиться к тому, что слушать людей и слушать, есть ли у них что-то другое, помимо голоса. Я буду не обращать внимания на всякие ошибки, неточности, если есть у него, если он находится сейчас не здесь, если он полностью погружен в материал, он полностью растворился в том, что он делает, ему не важно, кто там слушает, сколько людей, что это шоу, не важно. Вот он сейчас, у него важная очень миссия. Он должен максимально передать то, о чем он говорит, о чем он поет. Я должен увидеть, в принципе, наверное, да. Мне интересно, нарисует этот участник картинку во мне. Какие-то воспоминания, которые меня отбросят куда-то далеко. То есть, ну, это должно сработать. Чувство, я должен почувствовать, да. Я буду спрашивать, зачем? Зачем ты сюда пришел? Для чего? У человека должен быть всегда ответ. Если он знает, зачем пришел, у него должен быть ответ. И что ты сейчас, кому ты сейчас пел? Что ты хотел этой песней сказать? Он должен знать ответ. Если он не знает ответ, значит, все. Это ноль. Это неинтересно. Я не буду делать вид. Я буду иногда выедать мозг. Да, я такой, я... Какая-то есть у меня кровопийца такая. Но это дает свои плоды. Вот. Поэтому я нацелен на тяжелую работу.